Как всегда, самый прекрасный завтрак и кофе. Доброе утро! Сегодня 27 августа. Я решила записать еще один влог. Это уже будет как бы осенний влог. Первый осенний влог, хотя еще лето по календарю. Но скажите мне, что вот эта погода похожа на лето. По-моему, не очень. Но сегодня у меня съемка. Через буквально час, мне скоро выходить уже, просто съемка в классной студии с классным фотографом. Классные простые луки, простой макияж, в общем, все как я люблю. И я возьму вас с собой, я не знаю, сколько дней я буду снимать этот влог, посмотрим. И я здесь собираю одежду на съемку. У меня будет три образа, вот это вот первый. Самый простой велосипедки и свитер. А брюки с жакетом будут и майкой, и платьем. Ну, в общем, вы его видели из Gate 31, поэтому мне нужно сейчас все это быстренько собрать и через полчаса уже выходить. Так, я переоделась и сейчас иду за тако, потому что я уже очень голодная. Мне нужен кофе. Итак, я вернулась домой после съемки, уже пообедала. Честно говоря, я как-то устала за первую половину дня. А у меня еще достаточно много дел, которые мне нужно сегодня сделать. Поэтому... сейчас нужна подзарядка. Кофе, инжир и моджи куки. И я снова могу существовать. Вообще, у меня была мысль о том, чтобы последнюю неделю отдохнуть, просто поваляться, посмотреть сериалы последнюю неделю перед учебой. Но потом я подумала, сейчас самое время, чтобы что-то для души поделать, на что у меня, скорее всего, будет меньше времени во время учебы. Какие-то проекты, съемки, работа с брендами, встречи. Поэтому я решила, что лучше буду вставать в 6 утра, бегать весь день по делам. Но зато я буду делать то, что я люблю, получать удовольствие и как-то развиваться. Поэтому последняя неделя, она очень у меня, я бы сказала, креативная. Доброе утро! Сегодня завтрак у меня такой. Тофники и малина. Доброе утро! Сегодня у нас вторник. Нет, сегодня среда. Сейчас 10:40. И я планирую остаток недели, потому что нужно много всего успеть перед началом сентября. Составила себе, как обычно, вам не видно, я делаю список дел в телефоне, что-то я дублирую, более важные дела
ежедневники. Так и живем. Кстати, мы в Москве с Катей купили наклейки от Маши. И думаю, сейчас будет приятнее вести ежедневник с ними, потому что они очень яркие и, в принципе, для организации очень хорошо подходят. Но сейчас у нас в планах поехать в аутлет, потому что у нас открылся аутлет в Екатеринбурге достаточно давно, на самом деле. Я не знаю, что с моими волосами сегодня. Достаточно давно, но мы до туда еще никак не можем доехать, поэтому сегодня посмотрим на него. Просто для интереса глянуть, что за бренды и что за скидки. Он не за городом, но достаточно далеко от центра, а сегодня еще такая дождливая погода, еще хуже, чем вчера. Поэтому, мне кажется, это идеальная погода для магазинов. А потом я хочу сходить в зал, потому что я 3 дня не была на тренировках, и мне очень хочется подвигаться. На улице это сделать не вариант, поэтому пойду в зал. Вот об этом я говорю. С этим мы имеем дело. Лук называется «Прощай, лето». Жакет Ушатава, толстовка 12 Stories, джинсы Levi's и сумка Pinka. Ready to go. И снова привет! Мы вернулись домой с весьма удачного шопинга. На самом деле, аутлет превзошел мои ожидания. Там гораздо больше выбор был, чем я ожидала. Лучше цены, и я отхватила несколько офигенных вещей по офигенным ценам. Сейчас покажу вам свой улов. Первый магазин, куда мы пошли, это был Guess. Вообще, небольшой фанат Guess, не совсем мой стиль, поэтому я обычно туда не захожу, но сюда предложила зайти мама. Но то, что я там нашла, это просто вау. В общем, я на эту осень искала высокие сапоги. Я уверена, вы все знаете, о чем я говорю. Такие есть в Заре, ну сейчас вообще везде. Высокие, широкие сапоги, чтобы носить с пальто, с платьями, с брюками, да вообще хоть с чем. Но я нигде не могла найти идеальные, которые были бы удобные, красивые и качественные. И в Guess я нашла эти. Это была единственная пара, последняя. Больше таких не было вообще нигде. И они были в моем размере. Я считаю, когда такое случается, это значит, что вещь действительно ждала тебя. И это твоя вещь, ее нужно брать. Но главное это цена. В общем, они именно такие, которые я хотела. Очень удобные, идеальные по высоте, идеальные по ширине. Черные, отлично смотрятся. И они стоили оригинально 18 или 19 тысяч рублей. Я купила их за 5,5. Это натуральная кожа. Они супер в тренде сейчас. Они очень удобные. 5000 рублей. 5,5. В Заре, к слову, такие стоят 10. И второе место, куда я зашла, это Adidas. И туда я шла целенаправленно за коллекцией со Стеллой Маккартни, потому что мне очень нравятся вещи с их коллаборацией. И да, кстати, еще хотела вам показать вот эти велосипедки. Я их купила не в аутлете, это в Ойше, это новая коллекция. Но просто если вы ищете хорошие велосипедки для зала или для жизни, очень советую вот эти. Они немного утягивают, очень удобные и круто смотрятся. И, собственно, к ним я искала какой-то топ черный и нашла вот этот. Он как раз-таки из коллаборации со Стеллой Маккартни. Здесь нету каких-то сильно опознавательных знаков, только вот такая этикеточка. Он стоил оригинально 5000. Я купила его за 1100 или 1200. Короче, примерно как в H&M, если не дешевле.
И вторую вещь, которую я там купила, это кроссовки. Я решила поискать еще одни кроссовки для зала. Вот эти мне очень понравились. Они такого бордового цвета. Камера неправильно передает цвет. Они темные, такие винные даже, я бы сказала. Очень удобные. Мне нравится, что они фиксируют стопу, но не очень тугие вот здесь в носочке, что мне нравится. Я их буду использовать не для бега, а именно для тренировок фитнесом в зале. Но они тоже, они стоили 10, по-моему, тысяч. Я купила их за 3. Но, как я сказала, мне очень нравятся вещи из коллаборации со Стеллой Маккартни. И все мне вышло чуть больше 4000 рублей. Поэтому могу вам посоветовать, если вы из Екатеринбурга или из области, этот аутлет, там действительно очень много классных вещей можно найти. И он хорошо сделан, там мало людей пока, есть где выпить кофе. В общем, удачный шопинг. А сейчас я это, наверное, и примерю, потому что собираюсь на тренировку. Очередное доброе утро. Сегодня по-французски. Сегодня 29 августа, и знаете, что это значит? Пора разобрать шкаф и вот этот рейл. И переключиться на осень. Прошу прощения, у меня села батарея на полпути, но вот примерно что вышло. Рейл я пока особо не меняла, потому что многие вещи, которые я носила летом, я могу взять с собой в осень, так скажем, и стилизовать под осенние луки. Например, платье комбинации хорошо смотрится под свитерами или кардиганами. Но кое-что я здесь все-таки поменяла, добавила немного больше осенних цветов. Это то, что я разобрала, что я не ношу. Одежда, которая меня больше не вдохновляет. Одежда, которая потеряла свой вид. В общем, что-то из этого я отдам, что-то увезу за город, что-то на переработку сдам. И вот так сейчас выглядит шкаф. Я сюда положила толстовки и более тонкие свитера, которые я буду сейчас носить. Там более плотные зимние свитера, а там летние всякие футболки. А здесь тоже я убрала большую кучу вещей. Здесь толстовки, здесь платки и ремни. Разобрала также джинсы и здесь юбки и спортивная форма. Ну, ту часть я особо не разбирала, просто убрала вещи, опять же, которые меня не вдохновляют. Поэтому как-то так. Начинаем подготовку к осени. А тем временем мне пришла очередная посылка. В общем, мне пришло платье Муза от Маши Фиксон. Это просто невероятно красиво. Я на себе его пока не буду показывать, потому что я буду снимать видео про осенний гардероб. Я его уже померила с новыми сапогами. Это просто бомба. Одно из самых красивых платьев, которые у меня были, мне кажется. Мы сейчас поехали по делам вместе с мамой и Заком, потому что мне нужно в Мегу отвезти украшения, которые я брала для съемки от бренда, с которым я сейчас работаю. И мы, наверное, там пообедаем. Погода сегодня крайне осенняя, потому что я в шерстяном пальто и в тонком свитере. 29 августа. Дамы и господа. Но больше этого у меня особо нет планов. Дома нужно будет позаниматься всякими делами,
А завтра я встречаюсь со своими девочками, и мы идем пить апероль и есть пиццу в честь окончания лета и начала 4-го курса. Приехала домой, настроение есть инжир, пить кофе и покупать курс Насти Мироновой. Сегодня пятница, я сегодня ничего не снимала, потому что особо ничего не делала интересного. Утром сходила в зал, потом читала, снимала видео, в общем, делала всякие дела. Но сейчас я собираюсь, чтобы пойти с девочками за пиццей и аперолем. И хотела быстро вам показать свой образ. В общем, вот так выглядит платье на мне, которое мне вчера пришло. Я сначала хотела его надеть сапогами, но потом решила, что сейчас не настолько холодно, и надену либо лоферы, либо ботинки. Но оно очень красивое. Также моя сумка со мной. И сверху я все-таки, скорее всего, надену пальто, но еще не уверена.